Самое главное, что здесь полный стадион, огромное количество людей, все очень позитивно настроены. Я думаю, что с каждым таким фестивалем, все-таки будет обстановка здесь, в городе, улучшаться. Еще приятно, что такие энтузиасты есть, которые делают это. Это не правительство, это не Путин делает, понимаете? Это делают люди, это инициатива снизу. И если мы так будем всегда делать, помогать друг другу, с тем, чтобы наши ребята, молодые пацаны и девчонки понимали, что мир, счастье, музыка, любовь, спорт – это лучше, чем наркотики, пьянство, курево какое-нибудь и так далее. И я очень рад, что, может быть, вот маленькую толику вот этого позитива я внес в это.